Открывай кейсы на jetpub.com. Самые разнообразные кейсы и бонусы. Пополняй популярными платежными методами. Ежедневные розыгрыши. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Открывай кейсы уже сейчас. jetpub.com. Лучшие кейсы по PUBG. Ссылка в описании. Всем привет. Собственно, как меня просили, захожу первый раз в новую PUBG. Ни разу до этого не заходил. Мне герой зависает на месте. Я не могу бег... У меня герой не бегает. Что за дерьмище? О, десинки. Просто какие-то невероятные десинки. Я не могу играть. Лол. Меня сейчас убьют. Окей, я умер. Я труп. Ну, играть невозможно на самом деле. То есть я никак не мог играть, потому что даже приземлился не туда, куда я хотел. Играть просто невозможно. Сейчас будем тестировать потихоньку. Это я? О, это моя тень. Я думал, это работяга еще один. Я уже перепугался. Сука. Windows 94. Что за хуйня? Это что такое вообще? Бля, я нашел Windows 94. Чё? Я здесь, окей. У меня игра... Стоп! Лол, что? Я не могу играть, все, конец. Эта игра, это пиздец. У меня только что игра, короче, сама как-то альтабнулась, и у меня курсор мышки появился, и я не мог ничего делать. Ну, мышка не мог ничего делать. Новая озвучка снарядов. Я даже не уверен, что она лучше, если честно. Как тут проехать? Что, блядь? Чего? Чё с физикой? Как проехать? Куда? Куда, блядь? Куда, блядь? Почему? Чего? Бля, как же сложно на новой карте, я нихуя не понимаю. Что такое, это скам? Человек, который меня убил. Он меня тут заметил, очевидно, но я его тоже заметил. Как меня потом убил? Настолько изи. А почему могу дальше его спектейтить? Окей, не могу уже. Окей. Да, очень сильно разочаровался в тебе. Точка супер алчный и жадный, которому Че? Всегда мало. Работяги, кому интересно, введите в Ютубе про ситуацию с Папичем. Там ТТР все по полочкам разложил. Пиздец полный, ай, поверьте, он пиздить не будет. Да. А вот этот стример играет в казино, которая кидает людей. Ёй часть она. Я уже миллион раз отвечал по поводу ТТР. Я даже ответил под тем видео. Супер алчный, жадный, всегда мало. Бля, такой даун. С чем ты это пишешь? Как можно вообще подобные вещи писать, не владея информацией? Я уже миллион раз рассказывал, сколько у меня было предложений разных, и 95% предложений — отказ. То есть это насколько вообще нужно... Как можно вообще незнакомого человека называть алчным, если ты не знаешь, какие у него были предложения, что он отказывал, что он соглашался? То есть на основании чего можно делать вывод, что чел алчный? Короче. Ну и верить, ну просто...
вот верить на слово, верить каждому слову. Неважно, кто что говорит. Тут даже дело не в ТТРе вообще. Любой человек запишет любой видос и что-то там скажет. И просто ты зашел и поверил сразу. Это, ну, блядь. Какое-то ребячество. Как можно так жить вообще? То есть, не знаю. По телевизору сказали, поверил. Знакомый что-то сказал, поверил. Видос в интернете выложили, подрассказали, поверил. То есть любую лапшу на уши можно такому, как ты, получается, вешать, правильно? Че угодно. Просто поверил. А как же факты, объективность или что? Это как, знаете, это как сейчас эта вот хуйня в Голливуде. Типа всех обвиняют в сексуальных домогательствах, потому что достаточно просто сказать. Типа, он меня домогался, и придумать cool story, и все. И это будет как бы, ну, все. Никаких доказательств, никаких фактов не нужно. Че это в шепот? Как повернуть в этой игре? Че за... Ладно, я устал, я сдаюсь. Че это за звук? Кто-то ссыт! Чё? Куда вода испаряется? Откуда она капает? Ну вот и напились. Вот это да. 2107 год. На дворе, дамы и господа. Жесть. Провал. Даун! Я умер бы твою. Да, но я умер, это было очевидно. Даже УЗИ не взял почему-то. Кайф, 0 киллов. Это я или нет? Это я или это... Бля, я думал, это моя тень. Это нихуя не моя тень. Бля, челик со мной падает. А нет, это моя тень. Чё? Это моя тень! Как отличать тень от человека? Десинг! Десинг! Привет. У меня проблема, связанная с моей неуспеваемостью в шараге. Могу улететь в армейку уже этой весной. Если есть стоящие советы, то дай их. Впадлу отдавать год своей жизни долбоебичам, как ты. Чё? Где погоняла, долбоебич? Впадлу отдавать свой год своей жизни долбоебичам, как ты? Почему? Как ты взаимосвязь перевел? Я даже не был в армии. Ну что еще? Никита Стародубцев сосет клитор своей матери, а в этот момент его сосед пиздит его ногами по мошонке. У Никита очень болит аналище, потому что его бабка откусила ему яйца и убежала со словами: «Догонишь, отдам обратно». Пукич, целую тебя в ягодицу губами накрашенными. Пукич, пидор, пукич, пидор, пукич, пидора. Сука, ебучий донатер помешал мне, но сори. Хуй тебе по всему ебалу. У, хорош. Пиздец, фраг украли. Ура! Домой очередной! Самое главное взял, бусты взял, 8x взял, супрессоры. Что-то машины на пустынной карте просто худшие, машины просто ужасные. Оно еле едет, скорости нету, несравнимо. Ну вот, я умер. А когда ты в этом дерьме, блядь, сбежать от кого-то? Скорости нету даже нихуя. Чё за... А, лол, куда я приехал? Я не знаю, что делать, я труп. Ну, я не знаю, что просто делать, я не знаю этой карты. Я думал, что тут здание находится, а тут нету зданий.
Рак! 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 Пиздец, он рачел. Как его жив, я не знаю. Даже его залутать не успею. Это, конечно, очень грустно. Проехал как-то. Хватит! Земля тебе металлом! Так откуда еще? Ну, блядь, это что так сложно? Блядь. Очень сложно играть. Ни одного укрытия на карте. Ебучий рандом бесконечный. Ни одного укрытия. Как вообще играть? Это какой-то сверхразум, пиздец. Это он меня убил, я так понял, да? Откуда меня потом убил он? Ну да, он меня обошел дальше. Как он меня убил? Это он меня только что убил? Ничего не понял, как он меня убил. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.